Всем привет, с вами Лискейт, и сегодня я вам расскажу про уникальную возможность получить практически топовое оружие, не занимаясь крафтом и не надеясь на удачу. Я думаю, вы по карте догадались, что речь пойдет про фарм в Хазире. Вам не нужно брать никакой квест, вам нужно просто прийти в данную локацию и начать фармить здесь мобов. С мобов вы будете выбивать определенные руны. Каждая руна нужна на крафт определенного вида оружия. Всего вы можете скрафтить 6 видов оружия. Для одноручного меча вам понадобится руна отваги, для двуручного топора руна мощи, для двуручного посоха руна мудрости, ну на лук руна ловкости, на щит руна стойкости, и чтобы сделать себе балалаечку, ну то есть лютню, вам понадобится руна судьбы. Как я уже сказал, дропается это все с обычных мобов, которые здесь обитают. Еще иногда здесь появляется разлом, из которого появляются вот такие вот скорпиончики, которых вы сейчас видите. После того, как вы соберете 150 рун на крафт синего оружия, вы подходите к этой наковальне и начинаете крафтить свое оружие. Самое интересное, что потом вы можете улучшить свое синее оружие, превратить его сначала в фиолетовое, то есть второй грейд. Для этого вам понадобится ваше же оружие первого грейда и добавить туда 200 новых рун. И потом вы можете улучшить его на третий грейд, то есть сделать его золотым. Для этого вам понадобится ваше же оружие второго грейда и еще добавить 300 рун. Таким образом у вас получается очень мощное оружие. Ах да, у вас еще есть возможность перекрафта рун. Для этого вам понадобится камень неопределенности, который вы только что видели на экране. Его можно создать при помощи 6 рун разного вида и итема, продающегося в NPC поблизости. Итем стоит 6 голды, и перекрафт займет у вас 25 очков работы. После этого из камня неопределенности вы можете уже выбрать 5 нужных вам рун и скрафтить их, и займет это 100 очков работы. На самом деле перекрафт выходит довольно дорого. Ну, если вы фармите соло и хотите ускорить получение оружия, то вполне возможно, как вариант. Ну и последние простые советы по комфортному фарму. Конечно же, объединяйтесь в группы, причем из класса, в котором нужны разные виды оружия. Таким образом, когда руна попадает в ролл, вы можете отказаться, а нужный класс ее возьмет. Локация PvP, соответственно, за спот, и здесь идет война. Поэтому, конечно же, придется и повоевать. А с вами, как всегда, Лискейт, и я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в наш паблик ВКонтакте. До новых встреч!